Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Перенесшая инсульт, в 2018 году солистка группы Freestyle Нина Кирса ушла из жизни в 56 лет. О смерти певицы сообщила ее сестра Алла в своем Facebook-аккаунте. Нина умерла вечером в четверг, 30 апреля 2020 года. После инсульта она длительное время пребывала в коме, а в начале мая 2020 впервые открыла глаза за последние 8 месяцев. Но это кратковременное улучшение состояния здоровья оказалось обманчивым для Кирса, проходившей лечение в Полтаве. Сестра почившей певицы попросила поклонников молиться за упокой ее души. Причиной инсульта Нины стала запущенная гипертония. По словам коллег, Кирса отвергала таблетки и лечилась средствами нетрадиционной медицины. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!